Большое спасибо. Я тут должен прежде всего поблагодарить девушек. Действительно, у нас был тяжелый после сезона. Все собрались 2 месяца в нелегкие игры. Раз проигрывали, раз выигрывали. То есть очень тяжело психологически было выдержать. Но еще раз хочу поблагодарить девушек. Выдержали психологически. Сегодня была очень сильная игра команды Венгрии. Очень сильно она постоянно играет практически в чемпионатах Европы, в финалах чемпионата Европы. Грамотная команда, команда профессионалов. Вот, но сегодня девушки просто дали себя, сыграли на 150%. Сегодня не было, извините, какой-то, скажем так, сегодня играла команда. Все видели, что те, кто играли, все выходили, убивались, да, были ошибки, было, конечно, несколько провалов, но тем не менее в такой игре это позволительно. Самое главное, что мы выиграли эту игру. Я думаю так, что это все-таки очень большое давление психологическое было, понятно. Игра, вот первая половина вышла немножко по-другому, потом мы поговорили с девушками в раздевалке, я думаю, мы поняли друг друга, вот девчонки вышли, поняли, что действительно столько, сколько они сил вложили, нервов, посвящения, то есть без мужей, без ребят, здесь 2 месяца очень тяжело было, и они поняли, что надо, ну и плюс то, что Украина должна была выиграть и войти в конце концов в финал чемпионата Европы.